само обсуждение возможности прокладки дороги, соединяющей Грузинскую республику с Чеченской республикой, то есть Российская Федерация через Тамкалинский район, принесла это добрую весть всем жителям, в первую очередь, Тамкалинского района. Будет иметь стратегическое значение в плане социально-экономического развития района и республики с обеих сторон, в том числе и развития торгового отношения. Кроме развития социально-экономического и торгового отношения, развития с Грузинской республикой, у нас очень много дружеских и родственных отношений с обеих сторон. На сегодняшний день мы представили информацию о необходимости, даже у нас к нам обращаются жители Тамкалинского района, для посещения могилы похороненных на грузинской территории. Очень много просьб и обращений поступает в адрес руководства района. Поэтому эта дорога будет иметь огромное значение.